365 дней в году, 7 дней в неделю, 24 часа в сутки мы работаем, чтобы наши клиенты получали заказы в срок. Распределительный центр Обухова находится на трассе М7 «Волга», всего в 25 километрах от Москвы. Площадь складского комплекса 45 тысяч квадратных метров. Склад состоит из 4 блоков и мезонина. Каждый блок вмещает 40 тысяч палетомест разной высоты, ширины и глубины. Распределительный центр оснащен 80 погрузочными пандусами с док-шелтерами. Можно ли наладить четкую работу такого крупного логистического центра? Да, если оптимизировать все технологические процессы. 2020 год для РЦ Обухова был точкой роста. Мы полностью пересмотрели процессы для того, чтобы быстро и эффективно выполнять любые заказы клиентов. Мы в разы увеличили пропускную способность склада и на сегодняшний день ежедневно обрабатываем порядка 5000 кубов продукции. Центр обслуживает 40 собственных складов обособленных подразделений «Аскона ВЕК», отгружает продукцию оптовым клиентам по всей России и доставляет товары розничным клиентам Москвы и Московской области. Ежедневно со склада отгружается до 150 малотоннажных автомобилей и до 50 еврофур и автопоездов. Чтобы быстро планировать и эффективно управлять работой склада, центр перевели на полное автоматизированное управление. Теперь он оснащен автоматической системой управления процессами ВМС. Это позволило минимизировать ошибки и ускорить все складские процессы. Теперь мы гораздо быстрее обрабатываем заказы, вовремя и быстро отгружаем машины, не допуская неточностей при комплектации и подборе товаров. Над тем, чтобы все заказы были отправлены вовремя и верным адресатам, трудится большая команда профессионалов-специалистов отделов доставки, операций, учета, управления товарными запасами, отдела эксплуатации. Больше 300 человек трудятся 7 дней в неделю, 24 часа в сутки, чтобы наши клиенты получали заказы в срок.